Ну и последний мы ставим мангуста GPS 1000. Это универсальный вариант, который любят россияне. Чувствительность средняя. Сейчас мы поменяем. Чувствительность высокая. Высокая. А пусть будет высокая. И диапазон. Вот, пожалуйста. То есть разница в дальности. То есть насколько мангуст берет дальше. Но мангуст, у него минус другой. Приятной поездки. Шумный в городе. Поехали, делаем. И диапазон. Заезд на бинар. Дальность, конечно, у него больше всех. То есть по дальности он очень хорош. Я тут ничего не говорю. Очень много заездов я с ним делал. Блоку в спину и плавное нарастание. Но я говорю, для трассы я его одобряю, а для города мне не совсем комфортно с ним ездить. То есть он очень шумный в городе. Левых помех у него очень много. Сейчас мы попробуем подальше уехать, чтобы показать, насколько он далеко берет. Катались, уже голова кружится. Так, поехали. Сейчас мы последний заезд сделаем. И на этом, пожалуй, все. Погнали. Отсечка до 40 по скорости стоит. Я вот так взял уже в завершение, чтобы прокатиться. Держит. Ну, ты говорю, дальность у него, конечно, шикарная. Все приборы уже как бы отдыхали. Держит он сигнал. Сейчас мы попробуем чуть подальше отъехать. И попробую я его переключу в чуйку низкую, как я в городе езжу обычно. Чувствительность повышенная. Чувствительность низкой. Вот в такой давайте чуйке проедем. Посмотрим по дальности. Так, разворачиваемся. И поехали на бинар. Особой, хотя разницы по вот этим чуйкам, ну, не знаю, я не увидел и не нашел, что принципиально. Чувствительность низкая. Будет отличаться. Ну, хотя нет, вот диапазон. Есть сработка. Там зазор небольшой на самом деле. То есть в этой низкой чувствительности я езжу по городу. Все-таки параллели, более шумный радар, он получается по трассе поприкольнее, блин. Но здесь мы сейчас за этим телепаться не будем, то есть К-диапазон у нас горит, показывает он все. Сейчас остановимся, скажем спасибо людям, которые помогли нам, и поедем по своим делам. Сюда давай пристанем. Так, на этом все, тестирование закончено.